Крупное ДТП в Москве. Сразу несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте. Один из них загорелся. Три человека погибли, двое пострадали. Авария произошла поздно ночью. «Мерседес» столкнулся с микроавтобусом, и почти сразу в них влетели еще два автомобиля. От сильного удара «Мерседес» загорелся. Пламя удалось сбить только прибывшим на место пожарным. У микроавтобуса снесло переднюю часть. Водитель оказался зажатым в искореженной машине. По словам очевидцев, виновником ДТП мог стать водитель «Мерседеса», который не справился с управлением. Точные причины аварии еще предстоит установить.